Ну что ж, дамы и господа, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Рамзес. В сегодняшнем видеоролике мы будем обозревать чудесный зомби-сирочок под названием «Элитные зомбарики». Здесь всем три бесплатные привилегии, VIP-админ-босс, поэтому перед началом данного видеоролика влепите лайк, подпишитесь на канал. Конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов и смотреть их первыми. Мне будет безумно приятно, вам тем временем не сложно. Каждый новый раунд подходите, получается, к этому вот пареньку. Вот он находится, сейчас, я надеюсь, нас не заразят, пацаны. Вот, подходите к этому пареньку, и он дает вам халявные амопаки. Вот мы получили 215 халявных амопаков, это очень здорово. И сразу же давайте посмотрим гранатки, какие здесь есть. Граната огненная получается и граната заморозочка. Вот таким вот образом. Модельки, посмотрите, какие классные. Ножи, ребят, очень все классно, очень все круто сделано. Блин, и нас заразили, к сожалению. Вот такие зомби-классы. Давайте посмотрим зомби-классы, какие здесь есть. Снегурка, Санта, Дровосек, Шаман, Невидимость... какие еще здесь есть? Прыгун получается, дракон огонь, отрава, Войты, Мороз и Кракен. Давайте вот Санту для Кракена возьмем. Вот так он, походу, вот выглядит. Вот, и что еще у нас есть, получается, меню игрока, цены на привилегии, если вы захотите, вот, Free VIP админ босс, если вы захотите купить привилегию выше, там, админа, вот, супер випа, супер админа, супер босс, это вот все цены на привилегии есть, онлайн покупка привилегий kselite.ru будет в описании, все, поэтому заходите, пацаны, онлайн здесь космически, постоянно, и будем вместе с вами играть. Так, как нам сейчас возродиться, я вот не знаю, через какую менюшку, где вообще это находится. Менюшка основателя, нет, М89, менюшка создателя, нет. Я не знаю, М86, М85, я не знаю, где вообще здесь менюшка какая-либо, через которую мы можем сделать себя человечком. Ну ладно, у нас остается 50 секунд, не так уж и много, я думаю, сможем потерпеть. Или взять паренька грабом, ладно, портить игру ему не будем, я думаю, сейчас его вообще сами завалим. И все, пацаны, и все будет чудесно, круто и здорово. Так, что у нас еще здесь есть? По классам зомби показалось. Ножи, ребят, вы офигеете, какие здесь классные. Вот серьезно вам говорю по-братски. Влепите лайк, пацаны, потому что я для вас снимаю реально вот... Ну, серпачки с бесплатными привилегиями. Это очень сложно найти. Поэтому, пацаны, все специально для вас. Вы просите, я для вас все делаю. Так, вот, отравили паренька. У него не так уж много хп остается. И остается у нас 10 секунд. Сейчас мы продолжим новый раунд. Покажу вам все ножи, все менюшки, которые вам будут доступны совершенно бесплатно. Поэтому, братишки, не ленитесь. Пожалуйста, ставьте лайкосики. Мне будет безумно приятно, а вам тем временем не сложно. Все, ничья у нас получается. И мы сейчас будем, в принципе, вот, показывать вам ножи. Давайте вот сюда заберемся, чтобы нам легче было и показывать вам. Первый топор у нас X-Mass для випов идет, вам бесплатно совершенно будет доступен. Так, и, кстати, паутинка бесплатная здесь, пацаны, вот такая вот. 15 раз за раунд сможете использовать ее, потому что вот в левом углу пишется Free Hook, то есть бесплатная паутинка, я думаю, вы понимаете. Вот, первый нож у нас получается топор X-Mass, совершенно бесплатно вам доступен. Далее у нас идет лазер X-Mass для админов, вот такой вот тоже совершенно бесплатно вам доступен. Так, братишка, отойди. Нас заразили, ну ладно, сейчас мы, короче, выбираемся отсюда. Берем себе антидот и на паутинке взлетаем вот сюда. Закупаем бронюшку себе. Все, давайте вот сюда. Вот этот лазер вам будет доступен бесплатно. И также когти X-Mass, вот такие вот, тоже совершенно бесплатно доступны. Дальше уже идет коса для супер випов, если захотите докупить. Зефир для супер админов, он мне очень сильно понравился. Так, и чё, и как нам сейчас коронавирус граната получается вот купили. Как нам сейчас пареньков заразить, я вот без понятия. Вот вижу двух пареньков. Так, сколько осталось вообще их? Да, их двое и осталось. Нужно сейчас, чтобы одного заразили. Вот, все, и у нас остается последний, которого мы также сейчас заразим. Давайте, пацаны, давайте, граната. Ой, не попал, промахнулся. Давайте грабом возьмем его, быстренько завалим. Я хочу, чтобы новый раунд у нас начался по-быстренькому, чтобы, пацаны, обзорчик, я надеюсь, братишка против не будет и не будет сильно бомбить. Вот, мы его завалили. Так, братишка, если смотришь видеоролик, сорян, я не хотел, я просто хочу показать вот обзорчики сервачка. Вот, вот этот мне меч очень понравился, он для супер админов. Далее идет дрель для супер боссов, снежинка для премиума, далее ледяной для лидеров,
Санта Xmas для основателей. Очень красивый тоже Рождество Xmas для создателей вот такой. И, в принципе, последние мечи, второй режим. Так, и первый зомби. Давайте коронавирусных гранат позакупаем с вами. Их можно безумное количество покупать на самом деле. М23. И антидотик возьмем себе вот так вот по красоте. Опа. Все, инфекцию распространили. Очень много инфекционных гранат на самом деле. И вот так. Получается, последние мечи это для владельца. Вот такие два режима здесь на букву R. Вот, вот такие вот способности. Драконы вылетают. Классно. Но я возьму себе, пацаны, вот этот вот зефир для суперадминов. Он мне больше всех понравился. И погнали посмотрим магазинчик, что он из себя представляет. Граната огненная, граната заморозка. Я, в принципе, показал. Нет, это дача, бесконечные патроны. Пистолеты вот такие. Далее также пистолет. СТП, где он? Пистолет манки, вот такие вот типа Dual Infinity, автоматики, пулеметики, пистолетики, Джекхаммер, ТМП-Би, Баф СГ 55-2, короче, Вулканус у нас идет, XM, короче, вот, Дестройер, АВПшка, далее Holy Skull 7, вот такая тоже скорострельная, прикольная АВПшка. И, в принципе, вот такой пулеметик и миниганчик тоже вот такой классный, красивый, сочный, да? Все, пацаны, погнали показывать вам менюшку привилегий, бесплатная, да? Вот, менюшка привилегий, VIP-админ-босс вам бесплатная, также паутинка, напоминаю. Вот, сможете брать вот такие вот пушки, золотую, типа, вот такую полу-АВПшку, далее золотую, вот такой, типа, дробовичок и... В принципе, золотую эмочку, вот такую тоже классненькую. Далее, получается, менюшечка идет админа. В менюшке админа здесь также ХП, паки, броня, жизни. Так, Guardian. Так, выбросите, я понял тебя, я понял. М8. Так, менюшка админа. Guardian идет у нас вот такой вот со вторым режимом, да, копится энергия, потом на правую кнопку мыши нажимаем, и второй режимчик выпускается, Charger 5, тоже вот такая вот пушка классная, и Galaxy VSK 94, вот такая вот, все совершенно бесплатно вот из этих менюшек вам доступно будет. Также в менюшечке босса, пацаны, здесь тоже все то же самое. Кэтган, вот такая пушка бесплатно совершенно. Далее, ой, что-то, ой, килл, на вторую кнопку мыши, вот такая вот способность тоже доступна. И нас завалили, зомбари победили. Далее, что у нас идет, сейчас посмотрим. М8-3. Далее, эльф ВСК 94. Вот такая вот ВСКшка тоже стреляет зелеными такими пулями. Классно смотрится, реально. Вот, все закупились. И смотрим дальше. Далее, получается, менюшечка супер випа идет. Здесь у нас дробовики Брик 2, Брик 3 автомат и пулемет Брик 5. Вот такие вот, пацаны, пушки в одном формате, типа Лего, то есть тоже классно сделано на самом деле. Менюшка супер босса. Здесь у нас дробовик Дрель, розовая эмочка и Coil Gun. Вот такая вот плазменная пушка, красивая, кстати говоря, и сносит довольно-таки неплохо по хпшечкам. Далее у нас идет менюшка премиума. В менюшке премиума дробовичок вот такой вот есть у нас. Класс, на котором мы тоже можем неплохо так дамажить вот так зомбаков. Вот, по 400 хп сносит, грубо говоря. Вот, пацаны. Я думаю, вы это сами прекрасно все видите. Далее калашек у нас идет, типа вот такой вот классненький тоже. На вторую кнопку способность у нас идет. И Найтшмэр. Что это такое? Это тоже вот такой вот пулеметик. Сейчас завалим из зомбака, кстати говоря. Вот, нас заморозили. М8. Найс, заразили. И как нам возрождаться? Вот, менюшка суперадмина. Я научился сейчас возрождаться. Короче, пацаны, с вас лайкосик за мои старания, за то, что я учусь. Быстренько. Так, ух ты, нас чуть бы не заразили. Быстренько заходим в менюшечку привилегий. М8. Менюшка лидера. Далее у нас идет, да, паки, броню жизни, дабстепган. Вот такой вот классненький, пацаны, дабстепганчик. Далее Star Chaser и пулемет Феникс. В принципе, Феникс вам всем знаком. Вторая кнопка мыши, тоже вот такой вот орел вылетает. И Star Chaser снайперка. Вот такая вот. По 750 хп, кстати, дамажит. Неплохо, согласитесь. Очень даже таки неплохо. Так, нас заразили, сейчас снова заразят, я так понимаю, да? Окей, но мы же с вами умные, мы можем сделать вот так вот.
А, нет, мы не умные, пацаны. Мы нифига не умные, я понял. Два человечка осталось, пацаны. Я хочу их грабом завалить, сорян, пацаны. Но для видосика хочу просто, я надеюсь, вы не будете бомбить, пацаны. Я вам паков потом дам в конце раунда. Все, да, братишкам паков дам. Пацаны, чтобы раунд быстрее закончился, я вам паков за это дам. По 1000 там или по 2000 паков. Спасибо. Надеюсь, не будете бомбить. Все, пацанам сказал микрофончик. Дальше, менюшка основателя у нас идет. Здесь кэнон, получается, вот такой дробовик. Кракен снайперка, вот такая. И, в принципе, снайперка соляр, вот тоже такая классная. А AMX мод меню и менюшка мута, сможете там мутить и так далее. Также менюшечка создателя. Здесь торнадо, это пистолетик такой, получается, 1000 хп дамажит. Дальше Dragon Squeak, что-то вот такая вот у нас, вот эти вот, ну, прикольная пушка, кстати, да, она очень имбовая. И, в принципе, Big Shark, то есть акула, я думаю, вы все прекрасно знаете и помните эту акулу. И, в принципе, последняя, это менюшка владельца, здесь можете выдавать халявные привилегии, супер випа, супер админа и супер босса, снайпер, что-то делать снайперов можете, короче, вот такие вот приколюхи, пацаны, всем бесплатно напоминаю, здесь випка, админка, босска и паутинка, поэтому, пацаны, надеюсь, за мои старания вы влепите лайк, подпишитесь на канал и, конечно же, нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов и смотреть их первыми. Ну, а с вами был RMZC Дела, набираем 500 лайков, и я сразу же ищу для вас сервачок с бесплатными такими топовыми новыми привилегиями и, надеюсь, вам понравится. И буду часто снимать здесь. Поэтому с вас лайкосик, подписчики на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был RMZC Дела. Все ссылочки на сервачок в описании. Поставьте лайкосик. Всем удачи. Всем пока, братишки. Пока.